Всем привет, и с вами Давадым. Мы сейчас находимся в кальянном магазине «Кальян Бест», который находится по адресу метро «Молодежная», Ярцевская, 32. И здесь мы будем, собственно, обозревать такие новиночки и видоизмененные кальяны от компании «Маклауд Шиша». С чего хочу начать? Хочу начать, наверное, с «Маклауд Дзен». Это бюджетная модель кальяна, которую, в принципе, каждый может себе позволить. Цена, грубо говоря, за шахту 5500. Но, как я и говорил, всегда есть но. Все мы хотим за такую сумму получить бюджетный кальян, но без слова бюджетный. Мы хотим получить кальян, который реально крутой, там без косяков и так далее. Но если вернуться в реальность, то в принципе такого невозможно. Давайте, собственно, посмотрим на этот бюджетный кальян под названием «Дзен». Вот такая вот коробочка, в принципе, для бюджетного кальяна за 5500 уже круто, согласитесь, у меня есть коробочка. У многих кальянов, которые подороже, даже нет коробки. Единственное, что я не понял, то ли это маркетинговый ход Маклауда, то ли что, то ли ошибка типографии, но логотип Маклауда относительно положения, он вверх ногами, зато здесь как бы все нормально. Возможно, чтобы люди больше обращались, что этот чувак несет такой прикольной коробочке. Давайте откроем и посмотрим, что у нас здесь, собственно, внутри. Да, здесь лежит все не так, как должно лежать, потому что я его курил, я его тестировал и просто специально для вас собрал. Так вот, вот такое вот основание с двумя дырочками и еще дырочкой внутри. То есть двумя дырочками здесь и двумя дырочками внутри. Это очень непонятно, для чего это сделано. И в чем здесь гениальность инженерии. Также здесь клапан гораздо лучше, чем на ихних кальянах классической серии, которая подороже. За это Маклауду респект. Вы скажете, закос под медпир, магниты, мейнстрим. Так вот, ребят, здесь такие магниты, что, блять, они вам яйца прищемят. Они так цепляются, что пиздец. Так вот, идем дальше. Есть, собственно, блюдце. Блюдце классическое маклаудовское, очень хорошее, не гнется, не прогинается. Оно стало толще, чем в предыдущих моделях, потому что на самом первом маклауде, моем скелетоне бордового цвета, блюдце от того, что постоянно угли, вода, угли, вода, угли, вода, оно начало, собственно, менять свою форму. Так, что у нас есть дальше? У нас здесь погружная шахта, она, в принципе, закручивается первой. Длинной резьбой есть сразу нарезной диффузор. Ну, это круто, это интересно, в том, что это все вот так вот вкручивается. Сейчас мы все это вкрутим. И, собственно, будем его дальше собирать. Сразу говорю, ребят, давайте договоримся не писать в комментарии, что очень похож на Маклауд. Кто напишет, что похож на Маклауд, тот протухшее яйцо, да? Далее есть вот такая часть, очень интересно, в традиции давы. Очень интересно, что есть вот такой вот наконечник, который, собственно, намного упрощает поиск нужной части. Я лично не знаю, как вы, но я постоянно путаю, какой частью что закручивать. Собственно, уже мы видим, как прорисовывается кальян. Это не высокий кальян, а с размером, наверное, как Medpeer Simple. Бюджетный, интересный. Далее. Есть вот такая вот декоративная часть шахты. Ее можно поставить вот так, а можно поставить вот так. Мне, думаю, так больше нравится. Так, сейчас я еще часть найду одну. И, собственно, коннектор под чашку с фирменной резинкой Маклауда. Внутренности кальяна полностью из нержи. Снаружи, конечно же, алюминий. Но технологии сейчас дошли до такой степени, что реально алюминий не покрывается коррозией, не цветет, и ему просто реально становится все пофиг. Собственно, вот так вот мы собрали кальян, сейчас мы забьем чашечку, собственно, и его раскурим. Еще есть такой вот мундштук, стандартный маклаудовский мундштук. Это кальян Дзен, и мы сейчас поговорим о его курительных свойствах и тому подобное. И давайте немного сейчас перейдем. Чашечка у нас уже прогрета. И я вам сейчас, как я и говорил, что здесь магниты такие, что дадут как бы пососать медпиру, Денис, прости. Смотрите, здесь тоже магниты.
она зацепилась, да, и я очень дико угорал дома в том, что я хотел проверить, а будет ли это держаться, собственно. Ну, представь, да, то есть, а если у Мэтпира, да, как, ну, я как примером привожу Мэтпира, потому что мне нет нечего больше привести, извините, да, там, а, Денис, все дела, там, что я привожу именно твой колен, но у тебя реально резинки, ой, магнит выпадает, что пиздец, просто задел, и он уже выпал. А здесь он прям держится пиздато. То есть нужно усилие, чтобы его снять, а не усилие, чтобы его вставить, и он держался. Но есть в этом кальяне и минусы. Давайте теперь говорить о минусах, пока я раскуриваю свою чашечку. Я вам сейчас их все скажу. Не бывает продукта, в котором нет минусов и который совершенный. Прям не въебаться. Во-первых, покраска. А покраска вот этой декоративной части... Можно будет водички слить? Покраска декоративной части вот этой, она желает лучшего. А просто уже видно, что она такими пятнами прокрашена, то есть не монотонно, не одним таким хорошим слоем. И, скорее всего, она первым делом и облезет очень-очень хорошо. А далее. В том, что... из-за того, что я не понимаю, для чего здесь так сделано, но здесь есть две дырки снизу и еще две дырки, которые упираются в шахту. Соответственно, отсюда и хуевая продуваемость колбы. Сразу советую, так как это, скорее всего, производственный брак, и ребята не уследили, дырку из-под клапана, которая идет прям напрямую к шахте, а не снизу, чем-нибудь заткнуть, либо заклеить. Тогда будет циркуляция хорошая, и колба будет выдуваться за один раз. В данном случае она у нас не выдувается. По тяге. Тяга не легкая, не тяжелая. Средняя, с хорошим таким сопротивлением. Клапан работает хорошо, вряд ли он залипнет, потому что там очень-очень большой шарик. И у него реально очень-очень большой ход вверх-вниз, и вряд ли он будет, собственно, думаю, залипать. Также напомню, что мы снимаем все это в кальянном магазине «Кальян Бест». Ссылочку внизу вы найдете на этот магазин, адрес и все данные. И также, если прийти сюда и сказать по промокоду, мы пришли по промокоду «Дава Дым» или «Пришли от Давы», вы получите такую нехуевую, прям нехуевую скидку. Все нормально, ребят, я с ними договорился. Так вот, из существенных минусов, я покажу, наверное, скажу о том, что он все-таки похож на Мэтпир. Да, и то ли это минус, то ли нет, но... Стоимость Мэтпира и стоимость Дзена, она сильно различается, и поэтому сравнивать их будет очень глупо. А так, в принципе, в целом, кальян реально хороший, мне он понравился. Так что, всем спасибо, это Дава Дым, это Маклауд Шишек, кальян Дзен и магазин Кальян Бест на метро Молодежная. Будешь здесь, заходи и говори промокод Дава Дым и получай скидки. Пока.